Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Помогите советом. Ситуация такая. У меня есть свекровь, в целом отношения хорошие. Иногда она в мой адрес говорит колкости. Она прекрасно понимает, что я это понимаю. А я иногда в ответ говорю колкости в адрес ее дочери. Понимаю, что рано или поздно разругаемся на этой почве. Как перестать мне это делать, перестать реагировать на ее выпады и самой не делать таких вещей? Ну, смотрите, вот как мне это видится. Вы сами, ну, в принципе, называете ваши отношения со свекровью хорошим. То есть вы говорите, у меня с этим человеком хорошие отношения. Но иногда он говорит колкости. Колкости неприятны, это понятно. Но и отношения у вас, как вы говорите, хорошие. То есть есть колкости и есть еще хорошие отношения. Так вот, на мой взгляд, как бы, если у вас действительно хорошие отношения, тут, правда, надо обязательно спросить, уточнить, что вы понимаете под хорошими отношениями. То есть хорошие отношения – это какие вообще? Вот. Так вот. Если отношения на самом деле хорошие у вас, то, на мой взгляд, это должно перевешивать. Ну, то есть, вы опираетесь, вот, когда, ну, она вам что-то говорит, да, вы опираетесь просто на то хорошее, что есть в ваших отношениях. Если этого не хватает, значит, отношения не хорошие и, ну, не такие хорошие, как вам кажется, да, и, ну, вот в таком случае я думаю, что вы просто себя обманываете. Вот. Это первое. Это первое, на что я бы хотел обратить ваше внимание. Второе, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вас задевает ее колкость. В том, что вас задевает ее колкость, вообще ничего такого, ну, плохого, ужасного нет. То есть то, что вам как-то вот, ну, ее колкости не по душе, это нормально. Вопрос немножко в другом. Как вы с этим обращаетесь? Как вы обращаетесь с тем, что вам неприятно? Говорите ли вы, например, ей, ну, свекрови, о том, что вам неприятно. То есть, как-то вот, ну, доносите вы до нее, что вам не нравится то, что она говорит, что вам, ну, неприятно это слышать, например. Вот вы говорите, например, о том, да, что, ну, что она знает, вот. То есть вы вот, значит, как-то уверены, вы уверены в том, что она знает, о том, что, ну, что причиняет вам, ну, боль, да, что вот вам неприятно.
Вот. Дело в том, что я тоже могу вас вот спросить, откуда вы знаете, что она знает? То есть, откуда такая уверенность? Что она знает, что вам это причиняет, ну, дискомфорт, да, там, болезненность какую-то. Откуда вы знаете? То есть, что на это указывает, что она знает? На мой взгляд, ну вот, ничего. Кроме, ну, кроме догадок ваших. То есть это проекция в данном случае. Понимаете, ну вот, выглядит. Выглядит это как проекция ваша. Что вы вот как-то, ну, тяготеете к тому, чтобы приписывать ей то, что вы сами, допустим, ну, про себя думаете. Вот. То есть, ну, вот так это выглядит. Извините, но так это выглядит. Я понимаю, что вам может быть неприятно это слышать. Я понимаю, что у вас, ну, может быть, другая точка зрения. Я прекрасно это понимаю. Но это ничего не меняет. И последнее, что я хотел бы сказать, наверное, это то, что необходимо увидеть, что конкретно вас задевает. Вот буквально. А вот. Буквально увидеть, что вас одевает, что вам неприятно, в чем вы не уверены, что причиняет боль. Это история про не сформированность отношения. К этому. К тому, о чем вот ваша боль. Поэтому в этом смысле просто больше внимания к себе. В этом смысле больше замечать в себе каких-то аспектов, каких-то моментов, вот, и у вас появится видение, именно видение того, как можно это изменить. То есть, ну, что можно сделать, чтобы изменить что-то. Вот. Конечно. А
необходимо более детально ситуацию знать. То есть необходимо лучше понимать, что конкретно нам говорит. Вот. Это необходимо, потому что больше конкретики. Вот. На мой взгляд. Вот. Ну, то, что вы ей вот таким образом, получается, мстите, да, это само собой разумеется. То есть это, ну вот, такая ваша месть ей, как бы. Вот. То есть вы, ну, вначале там, ну, допустим, себя сдерживаете, ну, вначале, вот, потом, после того, как вы себя как-то сдерживать, ну, перестаете, да, у вас идет вот такая реакция. Вот. То есть это, опять же, вполне нормально. Просто на данный момент вы не очень понимаете, что вы чувствуете, что происходит. Ну, понятно, что вас это задевает. Вот. А, понятно, что вам неприятно, да, это все понятно. А вот более, так скажем, контентно об этом говорить, то есть более предметно, ну вот, пока нет возможности, ну, возможности. Вот. Поэтому психолог, опять же, может вам в этом помочь. Психолог может вам в этом помочь. Увидеть более предметно то, что вот с вами происходит. И дальше дать какие-то рекомендации по поводу того, как вам можно с этим обратиться и в каком направлении двигаться. Вот, вы, кстати, говорите о том, что, ну, там, боитесь с ней разругаться, вот. Ну, то есть, не хотите с ней разругиваться, вот. Тоже хотелось бы понять, с чем это связано, да? То есть, ну, здесь просто очевидно, что если вы не хотите с ней ругаться, то и не надо ругаться. Вот, то есть вы можете не ругаться, это хорошая новость. И в таком случае все будет в порядке. Вот. Но понятное дело, что свои чувства тоже нужно куда-то, ну, куда подеть. Вот. То есть необходимо вот учиться
в этом смысле замечать свои эмоции, замечать свои чувства, замечать то, что ну, с вами происходит, и дальше уже смотреть, как с этим я могу обращаться. Что с этим я могу делать? Вот. Понимаете, да? То есть тут в этом смысле вот все довольно просто, но понятно, что просто когда мы об этом говорим, вот, и совсем не просто, если мы этого как-то, ну, как-то этого касаемся, да? Вот, поэтому тут я бы не стал, ну, как-то сразу обесценивать, да? То, что с вами происходит. Вот, поэтому предлагаю вот, ну, подумать. Вот. Предлагаю подумать на эту тему. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. А желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится, как раз чтобы не разругаться.